Привет, здравствуйте, ребята. Давно я не снимал. Вот такое молоко попалось. Премиум, прям написано, главпродукт. Посмотрите внутри. Ну, жидкое барахло, короче. Стоит, наверное, 100-150 рублей, хлам. И вы видите... Ой, что такое случилось? Это вот, ну, только что я молоко съел. Плохая оцинковка. В общем, мусор, вот. Вот, видите. Поселок Верховье. Барахло. Нахер не надо такое покупать. Хуйня. Огурец. Был в дешевеньком магазине. Был 30, стал 40 килограмм. Ну, обычный парниковый огурец. Вот такие. Морковка меня удивила. Она мытая. Это я ее не мыл. 30 рублей. А на вкус даже не знаю. Сейчас попробуем. Ну, нормальная морковка. Вот такая груша. По-моему, сорт Пахкам. Хорошая груша на самом деле. Не самая лучшая, но хорошая. Обычно она стоит 100 рублей. Это стоит 40. Ну, 39. Сейчас я ее разрежу. Блин, почему-то видео оборвалось. Я не понял, я его не останавливал. В общем, я говорил, нормальный помидор, но не идеальный, на четверочку. Вот такие вот еще апельсины. Стоят 30-40 рублей. Вполне хорошие, но они, видите, не блестят. Значит, они подвысохли. Но не совсем они высохли. Так, вроде все. Пока что снял. Что-то вот постоянно вот взял, оборвался ролик. Почему он оборвался? Я стоп не нажимал. Я нажимал паузу. Почему? Странно. Вот сейчас паузу нажал, все пошло. Что-то я задел, что ли, фиг знает. В общем, вот такая вот еда. Что еще интересного? Картошку, арбузы и дыни я не покупаю, потому что они невкусные. Нахер их покупать, пошли они в жопу. К черту. Так, покупаю что-то интересное. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Смотрите на YouTube и в Телеграме. Смотрите. До свидания. Пока, ребята. И изучаем либертарианские дела.